уникальное предложение. Зимняя обувь по цене летней. Скидка до 70%. В обувных магазинах города. Рикер, Зенден, Элита, Планета обуви, Франческо Донни, Калипсо, Баден, Лизет, Монро, Ральф. Кредитный потребительский кооператив Capital S предлагает воспользоваться преимуществами займа ипотечный. При помощи сертификата на материнский капитал вы уже сейчас можете улучшить свои жилищные условия. Обращайтесь. Улица Пролетарская, дом 57. Телефон 66-22-11. Capital S. С нами надежно. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Жанна Соколова. Внимание! Последние дни акции в обувных магазинах города. Купи пару, вторая в подарок. Плюс 1000 бонусов на карту. Один бонус равен 1 рублю. Ждем вас в магазинах Рикер, Баден, Лизет, Айдини, Ральф, Кедда, Планета обуви, Ивита, Франческо Донни, Зенден, Калипсо, Монро. Улучшайте свои жилищные условия при помощи сертификата на материнский капитал. Воспользуйтесь всеми преимуществами займа ипотечный от КПК «Капитал С». Улица Пролетарская, 57. А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на субботу и первую половину дня по Зауралью промчится холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливневыми дождями и порывистым ветром. После полудня придет антициклон, благодаря чему заметно потеплеет и температурный режим будет соответствовать своей климатической норме. В Екатеринбурге плюс 22-24, Челябинске плюс 24-26, Тюмени плюс 23-25. Возможен местами кратковременный дождь. В Кургане облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 15-17. Днем в Кургане переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25-27. Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба. 1 августа солнечная активность низкая, геомагнитное поле спокойное. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!